Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Зарплата кировчан за 3 года вырастет на 4000. Если сейчас, по данным статистики, жители области получают в среднем по 24 740 рублей, то к 2020 году средняя зарплата составит 28 600. Такая цифра заложена в прогнозе развития региона до 2020 года. Документ на днях был одобрен на заседании правительства региона. Увеличению средней зарплаты, по словам чиновников, будет способствовать в том числе доведение заработка бюджетников до уровня определенного майского указами президента страны, а также повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. В следующем году рост средней зарплаты по прогнозам властей составит 5,4%, это порядка 1300 рублей. Для сравнения, в целом по стране зарплаты вырастут на 8%. Программа «Экономика». Расходы бюджета на социалку вырастут. В этом году на финансирование социальной сферы было заложено 63,5% областного бюджета. В следующем будет направлено 65%. Это порядка 31 миллиарда рублей. 12,5 миллиардов из них пойдут на развитие образования, на развитие здравоохранения. 8 миллиардов на социальную поддержку. 7,9 миллиарда рублей на развитие спорта. 345 миллионов. В целом расходная часть бюджета в 2018 году составит 45,7 миллиарда рублей и станет на 800 миллионов ниже, чем доходная его часть. А это значит, что впервые за более чем 15 лет бюджет региона станет профицитным. Экономика на 101 FM. Кировский предприниматель делает патент на воздух. Бизнесмен Александр Шустов уже подал документы в Роспатент. Стеклянную полулитровую банку с пластиковой крышкой, наполненную великорецким воздухом, Шустов продает за 500 рублей. Литровую за 1000, двухлитровую за 2, трехлитровую за 3. Возможен воздух после литургии с наценкой 25%, а воздух после посещения митрополита Марка дороже на 50%. По словам бизнесмена, свой товар он позиционирует как сувенир и использует как ход для привлечения внимания туристов к Великорецкому. Десятую часть выручки он намерен отдавать на реставрацию местного храма. И в завершении о курсах валют. Доллар сегодня 57 рублей 76 копеек, евро 67 рублей 53 копейки. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.